10 марта 2020 год, Харьков. Сколько там у вас времени? 5:03 по Киеву. Луна впереди, 357 тысяч километров от Земли на ближайшем расстоянии. Да, хотел я мини-парад планет поснимать. Юпитер, Сатурн, Марс сейчас вылезают на востоке. Но у нас тут дымка, облачка. Не срослось. Ну, другой погоды для вас у нас нет, как говорится. Вон оно, облачка. Вездесущие. Везде все портище. Вон он, Юпитер. Есть облачность, никуда от нее не денешься, сфокусироваться не получится. А шансов увидеть Марс и Сатурн рядышком, конечно, вообще нет. Ну лады. Луна, конечно, прекрасна. Буду я покупать, наверное, не 50-кратный зум себе, который меня уже не устраивает, а 125-кратный. И тогда рассмотрим Луну поближе. 10 марта, 2020 год, Харьков.